Так вот он таким образом его задал, но это не все на самом деле. Он, то, что произведение вот этих вот трех мнимых единиц кватернионных, трех вместо двух, трех, да, что произведение равно единице, этого мало, потому что мне нужно все знать, чему равно и на G, чему равно G на и на K, K на и, G на K, K на G, да еще, ну на единицу понятно, что они будут все давать, единица должна быть нейтральным элементом, поэтому здесь не надо ничего придумывать. Соответственно, кроме, ну там, эту формулу надо расшить на несколько требований, они превращаются в следующее. Все квадраты равны минус 1. То есть, иными словами, кватернионы – это три вшитых экземпляра комплексных чисел. На самом деле, как мы потом выясним, не три, а бесконечное количество. То есть, любая комбинация вот этих вот мнимых единичек даст тоже направление, направление как бы для еще какой-то мнимой единицы, которую можно вместе с единицей спарить, и получится комплексные числа. То есть, внутри кватернионов вшито бесчисленное количество экземпляров С. Комплексных чисел. Ну а правила игры состоят в том, что и умножить на g равно k, а g на и минус k, потому что нам нужно, мы знаем, что тут должна быть не коммутативность. Поэтому первое, что можно придумать, это вот так. Но на самом деле, если честно, вот этого уже достаточно. Но давайте я выпишу все остальные. Значит, все остальные я не буду выписывать, я покажу, как это делается. Я должен взять окружность, на ней в трех местах написать и ЖК. Так, только лучше наоборот, потому что мы любим в математике движение против часовой стрелки. Мы предпочитаем движение против часовой стрелки, поэтому мы требуем, чтобы, если мы вот сюда движемся при умножении, то ставился знак плюс, а если мы движемся в противоположном, то знак минус. Иными словами, и на g равно k, g на k равно и, k на и равно g. G на и равно минус k, и на k равно минус g, k на g равно минус и. Да. А вот если и на g равно k подставить верхнее выражение, получится, что у нас k квадрат равно единице. Ой! Спасибо! Минус единица, естественно! О, отлично! Молодцы! Не спите! А почему он не стирает? Отпустите. Они еще меня током бьют всегда. Вот эти доски. Огромное спасибо! И ЖК равно минус единицы. Совершенно верно. Вот. И ЖК равно минус единицы. Именно это Гамильтон написал. Блин, какой позор. Сейчас это самое. Те, кто будут смотреть до того места лекцию, скажут, ну все, дальше рисовать ее можно не слушать, он совсем сошел с ума. Ну да, я часто ошибаюсь в лекциях, но слава богу, вот что... Мы это исправили, но мы все равно бы увидели, да, в конце концов, что это так. Но вот хорошо, что вот. Вот в этот момент мы это и заметили. Как зовут? Владимир. Владимир, спасибо огромное. Вот. Надо будет обязательно в описании прямо сразу написать, что в некотором месте ошибся, и ЖК равно, чтобы уже не а то огребешь там 100 этих комментариев. Ха-ха-ха, идиот, идиот. Но зато будет много просмотров. Нет, просто люди очень любят, когда они чувствуют себя умнее, чем лектор. И они очень любят это как бы самоутверждение, они смотрят там. Это не для ну, наверное, да.